Привет всем! Знаете ли вы, как византийские корабли изменили маршрут газопровода и почему черепах носили на руках? Об этом я сейчас расскажу. Речь о газопроводе «Турецкий поток». Он проложен в Черном море. С начала 2020 года газ из России идет по нему в Турцию и Европу. «Турецкий поток» — дважды мировой рекордсмен. Во-первых, он построен на глубине более 2 километров. Никогда раньше газопровод такого большого диаметра не укладывали так глубоко. А во-вторых, был установлен мировой рекорд по скорости морской укладки. Кстати, перед началом укладки морское дно внимательно изучили и обнаружили несколько исторических объектов. Например, древнюю амфору. Ей больше 1300 лет. Амфора отлично сохранилась. Все потому, что на дне Черного моря нет кислорода. Другая интересная находка – обломки византийских кораблей. Их относят к XI-XIV векам. Чтобы их обойти, трассу газопровода скорректируют. А что же черепахи? Редкие краснокнижные черепахи Никольского живут на побережье Краснодарского края. И здесь же начинается Турецкий поток. Перед его строительством экологи вручную вынесли черепах за пределы стройплощадки и сделали для них специальный забор, чтобы черепахи не могли попасть на стройку. Когда работы закончились, забор убрали, и черепахи опять поселились на этой территории. Вот такие факты, связанные с Турецким потоком. А у меня на сегодня все. Еще увидимся. Пока!